уже не первый раз пользуюсь вот такими дисками фирмы Zubr. Что хочется сказать по ним, это достаточно бюджетный вариант, один из самых дешевых вариантов, которые присутствуют на рынке в сегменте, значит, сегментальных дисков для сухой резки. Режет он, значит, как здесь указано, бетон, гранит, кирпич и камень. Я им резал из всего перечисленного. Ну, кирпич и бетон. С бетоном он справляется, с кирпичом тоже, естественно. Значит, что он из себя представляет? Это сегментный диск, достаточно большой у него запас на пайке, достаточно агрессивно она себя ведет по отношению к обрабатываемому материалу, то есть заглубляется достаточно легко. Я его использую на шторборезе. В принципе, он радует своей производительностью. Единственное, что следует отметить, для профессионального, ну, под словом профессионально, я имею в виду, что для больших объемов все-таки использовать его не получится, потому что есть такое свойство у него, это перегрев. А так, для небольших штроб, там 2-3 метра, вполне достаточно, да, то есть дисков, то есть можно и 5 метров прорезать за один раз, но он уже просто устает больше. То есть если постоянно штробить целый день, все-таки есть смысл переплатить и взять что-то посерьезнее. А так, как бюджетный вариант, вполне подходит, я рекомендую. Спасибо.